Власти региона потребовали решить проблему с долгами по зарплате на заводе «Сибэнергомаш». Губернатор Александр Карлин провел рабочую встречу с гендиректором холдинга «НовоМ» Виталием Черномором. Глава региона и руководитель компании обсудили реализацию соглашения о социально-экономическом сотрудничестве администрации края и холдинга «НовоМ», собственника завода «Сибэнергомаш». Документ был подписан в 2010 году, и его действие ежегодно продляется. Александр Карлин особый акцент сделал на нетерпимой ситуации, которая складывается на предприятии «Сибэнергомаш» в связи с задержкой зарплаты. Напомню, ее не выплачивают уже несколько месяцев. Для нас неприемлемо. Мы такого терпеть просто не можем и не будем. Вы прекрасно отдаваете себе отчет, что никакие ваши экономические планы, никакие ваши задумки развивать производство не реализуются, если вы не удержите коллектив профессиональный. Поэтому я хотел бы вас сегодня от вас услышать, в чем причина такого положения и какие вы меры намерены предпринять. Больше связано с тем, что отсутствуют платежи и нарушаются договорные обязательства со стороны наших покупателей. Сегодня прикладываются все усилия, и в любом случае мы в апреле месяце выплатим заработную плату. Предприятие будет работать, не забываю о том, что мы должны выполнять все свои обязательства. И в рамках того соглашения, которое мы с вами подписали.